Всем привет, мои дорогие! Вот и пришла мне моя долгожданная посылочка. Здесь вот такой большой пакет. Сейчас будем смотреть, что там. Заказала я много всего для своего нового занятия для мыловарения. Самой уже не терпится посмотреть. Очень интересно, что же там пришло. Вообще, конечно, вкратце скажу, почему я решила заняться мыловарением. Как-то посмотрела на просторах интернета. Мне очень понравились различные фигурки мыла декоративного. Вообще я очень люблю мыло, само по себе оно мне нравится. Ну а тут увидела такую красоту и подумала, а почему бы не сделать ее самой. Начала смотреть, изучать различную информацию, тоже очень прям так пошла в эту тему, погрузилась и подумала, да, все, заказываю. Вот сейчас покажу вам, что заказала. Самое, конечно, интересно, что здесь пришло. Ну давайте по порядочку. Первое, что достала, вот не буду выбирать, я просто как достаю, так достаю. Это вот такие вот коробочки. Здесь наборчик, я заказывала 10 штук. Как раз таки будем уже собирать их, это крафтовые коробки, отдельно, когда буду делать, собственно, само мыло. Думаю, что в одном из видеороликов покажу вам, как собирается такая коробочка. Но они простые, банально простые. Так, здесь вот такой набор, это искусственная зелень для букетиков заказывала. Буду делать букетики небольшие, но пока буду смотреть, что у меня будет получаться. Возможно, эти букетики будут не сразу идеальными, но я буду стараться, думаю, что что-нибудь получится. Так, здесь что, не знаю, давайте смотреть. Коробочка такая, открываем. И сейчас увидим. А это молд, формочка. Вот такая формочка. И здесь, видите, вот такой зайка. Вообще, эту зайку я очень искала, вот конкретно именно эту формочку. Мне он так понравился, я посмотрела, как его делают, как его расписывают. Там такая милота, и я его искала. Кстати, эта вот формочка одна из самых таких дорогих. Она, по-моему, больше 1000 рублей стоит. Так, а здесь еще что, давайте смотреть. Здесь магнитик. Да, это магнитик, по-моему. По-моему, магнитик. Посмотрим. Или открыточка. А нет, это, наверное, такие вот мини-открыточки. Смотрите, какие классные. Ну, это когда сделаешь мыло, можно будет упаковывать вот с такой красотой. Тоже разные надписи, разные они сами по себе. Это уже в подарочек здесь шло, потому что я заказывала у этого продавца, вот где заказывала, только саму формочку. Здесь еще... Сейчас посмотрим. Резиночка. Так, наклеечки. Наклеечки тоже в подарок от всего сердца. Сейчас вам поближе попробую показать. И с праздником, зайка моя. Ой, какая прелесть, смотрите. Красота. Приятно. Так, здесь тоже наклеечка. Мишка любит отзывы и вас. Класс. Так, а здесь? Что здесь? Здесь, наверное, инструкция, да? Да, здесь инструкция самой формочки. И вот такой зайка тут. Хотя он больше чем-то на дракончика похож. Нет, это все-таки дракончик. Милота. А вот, кстати, зайка. Ну, он не так будет выглядеть все-таки. Вот такая тут красота. Так, резиночка у меня упала. Кстати, резиночки я тоже отдельно еще заказала. Это вот когда делать мыло, нужно будет вот так. Да, нужно будет вот так держать формочку. Класс. Я просто смотрю, где здесь разрезы. Чего-то я их не наблюдаю.
Вот. Это потом разберемся, когда уже будем делать этого зайца. С этим понятно. Идем дальше. Дальше вот такой пакетик. Просто забирала не все сразу, не в один день. Это вот как раз таки набор резиночек я заказала. Вот они разные. Ну или как их еще называют, денежные резиночки. Вот такие формочки. Вот эти формочки, кстати, я покупала. Смотрите. Вот они. Не заказывала, в смысле. Листики и сердечки. Здесь все. Дальше. Что здесь, я даже не знаю. Открываем. Открываем и смотрим. Так. Наверное, отдушка. Да, отдушка. Почему-то колпачок шатается так. А, малина и зелень. Такая душка. Я, кстати, еще заказывала не одну. Ну и вот, спасибо за заказ. Тут, кстати, тоже в подарочек наклеечки новогодние с Дедушкой Морозом. Так. Ой, и здесь вот такая вот открыточка упакована с любовью. Дальше. Будем смотреть дальше. Берем следующий пакетик и открываем. Честно, даже не знаю, что здесь. Просто я заказала очень много всего. Вот как раз таки все, что нужно на первое время. Так, раскрываем. Здесь еще в одном пакете. И, возможно, здесь еще одна отдушка, я так думаю. А может и нет. Кажется, да. Да, здесь еще одна отдушка. Чайная роза. Я тоже очень тщательно выбирала эти отдушки. Смотрела, что лучше. По отзывам читала. Так, здесь еще тоже открыточка такая же. Наклеечки тоже 3 штуки. Подарок. Здесь вот такая открытка. Подарочек новогодний. Такие милые пингвинята. Ну и здесь спасибо за заказ. Да, дальше. А здесь еще один молд. Еще формочка, но она не одна. Точнее, она одна, но здесь нужно будет залить несколько надписей. Не знаю, попробуем вот так указать. Видно, да? То есть разные тут надписи. Они небольшие, эти формочки. От всего сердца. С 8 марта, с 23 февраля. С праздником. То есть я такие небольшие миниатюрные взяла, чтобы вот как раз-таки, когда сделаешь мыло, упаковочку, вот эту красоту вставлять. Дополнительно. Дальше. Набор пищевых красителей. Сейчас откроем, тоже посмотрим. Красители тоже выбирала очень долго. Смотрела отзывы. Так, ну, здесь вот такой большой наборчик. Много тут всего. Сколько цветов? Уже не помню. Помню, что много заказывала. 10 цветов. Разные. Красный, синий, зеленый, желтый, белый, розовый, фиолетовый, бирюзовый, оранжевый, черный. 5 сухих красителей. И карта смешивания. Наверное, она внутри. А, ну да, там внизу получается. Так, ну не буду это ставить отсюда. Так, оставлю. Дальше. Открываем этот пакет плоский. Что здесь? Так. Так, можно вот открыть? Нет. Ну, вот так разрежем.
А здесь наклеечки. Вот такие выбрала я наклейки. Ручная работа. Сделаны с любовью. Тоже такие симпатичные, они мне понравились. Ничего особо такого выдающегося в них, вызывающего нет, поэтому они такие вот, такие милые, скажем так, простые и симпатичные. Дальше. Давайте вот с этого начнем. Тяжелый кусочек, но, наверное, это все-таки уже то, что нужно непосредственно для мыловарения. Так, да, это основа. Основа белая. Вот такая белая основа. Кстати, я думала, что будет все-таки... А здесь нет. Ничего не написано, надписи нет. Но я не одну эту основу заказала. Я заказала еще другую основу. Сейчас будем искать их в пакете. Вот такая. Основа здесь килограмм. Сразу еще тяжеленькая. Вот. Открываем. И если это была белая основа, то здесь у нас прозрачная. Тоже килограмм. Вот. Ну, кстати, почему-то мне кажется, что вот это тяжелее надо будет взвесить. И вот это вот, смотрите, она... Не знаю, на свет вот так видно, прям совсем такая прозрачная-прозрачная. Получается, пока вот на первое время только 2 килограмма заказала. Буду пробовать, а там уже будем смотреть. Ну, здесь распечатывать, наверное, не буду. Нет, буду. Все-таки буду. Это, по-моему, краски. Ну да, просто различные формочки. Я же пока только... На начальном этапе несколько заказала формочек. Они, формочки, требуют тоже декора относительного. Да, давайте вот сюда будем мусор выбирать. И нужно будет какие-то детали мелкие раскрашивать. Это вот как раз-таки краски акрил глянцевые. Здесь вот цветовой круг. То есть как добиться конкретного цвета, но что-то как-то маловато, да? Может быть, внутри еще что-то есть. Ну да, в принципе, краски. Сейчас одну откроем, посмотрим. Хорошие такие красочки. То есть никакие не засохшие, вот все идеальненько. Еще одну откроем. А то одну открыла и говорю, идеально. Нет, все отлично. Цвета такие яркие, прям яркие, насыщенные. Все, красочки есть. Значит, можно будет немножечко делать, ну, где-то глазки, где-то там какие-то мелкие детали прорисовывать, может быть. Так, здесь краситель. Ну, это пигмент, видите, вот такой золотой пигмент. Серебряный брать не стала, потому что у меня есть несколько пигментов. Когда заказывала набор для маникюра, у меня приходили пигменты, поэтому я их буду тоже использовать. Пипетки. Вот такие пипеточки сразу заказала наборчик. Вещи очень нужные и полезные. Так, открываем и смотрим. А здесь вот такая формочка. Это инструменты. Ну, если делать мыло на 23 февраля или там просто мужской какой-то набор, то вот здесь все есть. Он такой большой набор. Вот эта формочка тоже, кстати, ну, довольно-таки дорого обошлась. Она почти 800 рублей, по-моему, как-то так. Ну, то есть вот эта вот формочка, да, вот за 1000, и вот это вот 800. Вот так. Так. Давайте вот так. Дальше. Просто остальное, я честно вам скажу, цены не все помню. Могу сказать так, что не дешевый этот процесс. Не дешевая такая работа.
Поэтому, наверное, и мыло стоит недешево. Так, как бы открыть? Попробуем вот так. Упаковано так прям хорошо. А это как раз-таки еще... Здесь все, по-моему. Да. Еще один молд. Сейчас распакуем. Хорошо прям так его упаковали. И это, по-моему, цветочек, розочка. Да, это цветочек. Упаковали, конечно, на славу. Смотрите. Ну, такой небольшой, в принципе. Так. Ну и здесь просто о производителе, я так понимаю. Пищевой силикон, безопасный для здоровья, экологический. Нагревать можно в заморозку, можно нагревать в духовке до 230 градусов. Ну, нагревать его не нужно будет. Вот. Для других целей, скажем так. Пакетик уже прям практически пуст. Осталось еще несколько пакетов, мини-пакетов. Так. Открываем вот так. Что здесь? А здесь кисточки. Набор кисточек для вот этих вот акриловых красок я брала, чтобы можно было детальки прорисовывать. Здесь большие кисточки, есть маленькие. Но очень такой нормальный наборчик, скажем так. Дальше. Дальше еще один пакетик и еще один молд формочка. И она здесь на несколько цветочков. Не просто вытащить, кстати. Так. Мини-цветочки такие. Такие симпатюльки. Вот, и здесь 6 штучек. Я просто смотрела, так приблизительно подбирала. И вот думаю, что с вот этим цветочком, вот эти поменьше, которые будут интересно смотреться. Будем смотреть уже в следующих видео. Буду вам показывать, как все заливаю, как делаю. Дальше. Все, ребята, пакет пуст. Достаю последнюю формочку. Это обычная простая такая формочка для мыла. Видите, для массажного мыла, как его еще называют. Ну, кто как называет. Но, как по мне, так она просто простая, банальная формочка. И можно как раз-таки будет делать вот это мыло, если сделать мыло, к примеру, с плавками. То есть сделать вот такие сначала заготовки, я думаю. Я тоже так продумывала. И вот сюда вот их аккуратненько уложить, небольшие, и залить все это. По-моему, будет симпатично. Ну, будем смотреть. А можно и просто в несколько слоев, несколько цветов сделать. Тоже думаю, что будет интересно. Все, мои дорогие, все вам показала. Вот такая мне сегодня пришла. Ну, она не только сегодня, она чуть раньше уже начала приходить, эта посылочка. И только вот эти вот две формочки я отдельно покупала. Вот такая полезная посылка для моего будущего процесса мыловарения. Так что будем скоро с вами заниматься. Уже прям вот не терпится начать, не терпится приступить и показать, что будет получаться, конечно же, вам. Все, мои дорогие, всем пока-пока. Отличного настроения. С наступающим Новым годом вас!